Так, ну вот это вот ржавчина высыпалась из магнита. Здесь ржавый, подржавевшее все. Сейчас будем чистить этот чистый. В общем, скрип только при развороте еле-еле доносится отсюда. Греется одинаково, сопротивление одинаковое у них. Так что вот этот магнит сейчас скинем, посмотрим, почистим от ржавчины, потому что насыпалось ее здесь прилично. И вот как бы защитный колпачок от нее весь в ржавчине. А второй у нас чистый абсолютно. В общем, как оказалось, здесь вот эта вот вставка, которая внутри идет, планка тормозная, она уже просто стерлась очень-очень сильно. Большой износ именно на этой стороне. С этой стороны замечательно все. Она прижимается, здесь тоже поджимается, но она тоньше. На буквально 1,5-2 мм чем-то. Вот, в принципе, и все. Так что, скорее всего, под замену нужно будет вот этот вот механизм магнитный поменять. Ну, либо полностью мотор с редуктором в сборе.